Hi guys, this is Vasya in the Hey channel, my name is Sergey. If you see my channel for the first time, please subscribe to my channel, this is the biggest help from you guys. And of course, if you like what we do, you can support our channel, all information about it you can find in description. And please guys, subscribe to my Instagram, there is a lot of interesting thing, there is a lot of photo, a lot of video from my Russian life. Welcome guys. So a girl wrote me a letter, her name is Lara. She is 14 years old. The letter described how her parents treated her. When I read the letter, I was shocked and immediately went to her. Мне 14. Живу я здесь с моего рождения самого. Родители пили всю мою жизнь, как я родилась. Эта квартира была деда. Моего, да. И у него еще была дача. Они продали дачу, пропили, да. Продали и пропили, вот так скажу. Деньги налево-направо, на детей нет. Все родители, когда напивались, ну, отец начал меня оскорблять, типа шутил над моими также зубами. Именно когда выпивал. И мать, она, то есть, не защищала меня, она наоборот говорила, типа, лучше уйди отсюда, потому что он не перестанет. То есть бывало такое, то, что летали в меня ножи, ложки. Начинает, то есть напивается, и сначала начинает мать лупить. То есть, а я так как заступаюсь, и мне прилетает. Как относились родители к Лерке вообще, отец? Никак. Я вам так скажу, никак вообще. Я много раз призывала их, хотела переломить ситуацию. Витька, он вот когда трезвый, он был нормальный, он мне так говорил. Любань, не парься, ничего не сделаешь ты с нами. Не надо, нас не исправить. Он вот так мне говорил. Я это все понимала. На Лерку даже это тоже плохо действовало. Да? Она же была все равно под влиянием их, да? Да. А когда они ушли, все встало на свои места. После того, как дедушка умер, родители начали, то есть, постоянно брать какие-либо кредиты, такие маленькие, в интернете там и так далее. Получилось как? Она куда-то они бегали, вот куда-то они с мужем, с Витьком, со своим бегали. Я говорю, Ленка, смотри, не дай бог, ты что-то с квартиры. Она, нет, Любаня, нет, я ничего не делаю. В один прекрасный момент, ну, я спускалась вниз и забрала из ящика письмо. То есть я его прочитала, там написано то, что, ну, вот все, кто здесь прописан, все выписываемся. Это вот на суд была повестка. То есть я не в понятках, ничего не понимаю. Несу это мамке. Там я уже не помню, что происходило дальше. Я к ним подошла и говорю, что случилось, как... Что? Мы ничего не знали. Они мне конкретно, они сами ничего не знали. Она была трезвой в этот день, он был пьяный. Он вот так повернулся мне вот на том диване, повернулся и говорит... Нас все равно никто отсюда ничего не уберет, потому что у нас Лерка. То есть Тетлюба сейчас взяла, можно сказать, все обязанности мамы, содержит, обувает, одевает вот это вот, то есть кормит. То есть все на нее перевалилось. Вот. Для меня Тетлюба как мама, не знаю. Сейчас мы, то есть, вздохнули без этого кошмара, то есть, стало тихо, то есть, я начала высыпаться. Ребенок был на моих руках, мой сын варил ей кашу по телефону, я была на работе, он мне говорит, мама, они опять пьяные, мой сын. Вот стоит здесь, я ему диктую, он держит ее в руке. Я закончила школу ШПР, побежала сразу, закончила, теперь школа приемных родителей, я закончила ее, я подготовила документы, у меня все на руках. Главное, чтобы их лишили родительских прав. Но суд Щербинский, он опять уже отклонил. Какое основание, даже адвокат не знает. Это как так? Ребенок вообще не принадлежит уже им и не хочет с ними жить. Она же имеет право уже даже на суде говорить. Нас никуда не вызывает, вы понимаете? Все решают без нас, так же, как решили. Нам не дали шанса, когда она эти деньги взяла, она должна была платить по 17, что ли, тысяч. Я говорю, хорошо, 17 тысяч, да, тяжело. Да, но мы бы начали бы искать, но нам шанса не дали. Хорошо, мы не считаем себя ребенком. Тетлюба, то есть она была моей соседкой? То есть она, ну, как слышала крики, вот это вот все, то, что выпивали, то есть она всегда приходила и как бы заступалась.
То есть и сейчас я снижу, ну, она меня неофициально содержит. То есть родители еще остаются родителями, как говорится, а ничего нет, не помогают, не покупают. Где сейчас родители вообще? После того, как пришла вот эта повестка в суд, то есть они собрались тупо и ушли. И они ничего тебе не сказали? Нет. То есть я о них не слышу вообще. Сначала ушел отец, так как он выпивал, и я думала, что он, ну, он любитель там погулять пьяный. Угу. Потом на утро собралась, ушла мать. Но я думала, он погуляет, придут. Такого не произошло. То есть они ушли и все. Лера, расскажи, вот есть у тебя какая-то мечта, цель какая-то, вот что-то важное для тебя? Ну, именно сейчас это сделать зубы. То есть выровнять их. After talking with Lera, I couldn't stay away. She has no one, but she has Aunt Luba. She is a neighbor, Lera. And she is a pensioner. She can't Lera's dreams come true. I decided to take all the expenses for myself and fulfilled her dream. Здравствуйте. Мы сегодня записаны были на 3 часа. За нами, да, пришли? Сопроводить нас, да? Окей, хорошо, куда нам идти? Вот сюда, там налево. Я сейчас у Елены Андреевны уточню. Да, хорошо. Привет, меня зовут Ирина. Как можно к тебе обращаться? Лера. Лера, очень приятно. Я рассказывала, что бы ты хотела изменить в своей улыбке. Передние зубы. Ранее ты когда-то лечилась? Пластинки? Нет. Папы, ничего не носила? Но если мы говорим про здоровье, да, то они не смыкаются. Значит, с Лерой у нас было первое посещение, это знакомительная беседа, да, консультация. Мы посмотрели проблемы, какие есть у Леры, послушали, что она хочет, да, получить в итоге, что ей не нравится в ее улыбке. Затем мы дали ей направление на снимочек. Она его сходила, сделала. И потом мы уже встретились в очередной раз, сняли слепки. Затем эти слепки перенесли в артикулятор. Затем у нас была еще очередная встреча с Лерой. Мы обсудили план лечения. Она должна быть морально готова к тому, что у нее будет в полости рта, у нее будут рекомендации, которые она будет выполнять. И затем Лера пошла к хирургу. У нее было 4 удаления зубов мудростей. У терапевта она сделала профессиональную гигиену полости рта и затем уже пришла к нам на фиксацию брекетов. Вот, сегодня у нас была фиксация, заняла у нас примерно 2 часа по времени. Она немножко устала. Вот. И в следующий раз мы встретимся с ней через месяц на коррекцию. И так Лера там, в ближайшие 1.5 года будет ходить к нам каждый месяц на коррекции. Я рада, что могу помочь Лере. Да, вот у нас сегодня был старт, наш путь к ее мечте. Поэтому я надеюсь, что Лера, она тоже получит хорошие позитивные эмоции, когда она будет смотреть на себя и видеть изменения ее улыбки. У нее будут обязательно потом красивые ровные зубы. Она будет с собой довольна улыбаться во все 32 зуба. Ну что, процедура закончена. Какие эмоции, Лер? Офигенные. Офигенные? Да. Я теперь улыбаться могу нормально. Я очень рада, что моя мечта осуществилась наконец-то. Я, если честно, думала, что этого никогда не произойдет. Если только там, в моем далеком будущем, когда я уже сама заработаю. Ну, на самом деле, я тоже очень рад, что ты стойко вытерпела все процедуры. Ты задалась целью, у тебя была мечта, и ты уже на финишной прямой. I decided to find Lera's parents and find out why they did this with her daughter. Why they abandoned her. Здравствуйте. Ситуация, на самом деле, не так, как... Давайте сейчас сядем, да, и вы расскажете, как есть, потому что у меня нет никаких... Нет. Я вам... не хочу, на самом деле, выносить ссоры за сплин. Понятно. На самом деле, все по-другому. И выносить. Вот давайте вот это перенить все наоборот, как бы, ну, вы сделайте то, что мы как бы... Как вас зовут? Меня зовут Елена. Елена, да? Да. Вы мама Леры? Да. Давно вы в Москве живете? Вы знаете, с 86 года. Как вас зовут? Расскажите. Виктор. А сколько вам лет? 47. У вас сейчас есть алкогольная зависимость? Нет.
Нету? Все такое такое. А вы алкоголь употребляли, когда жили с Лерой? Чуть-чуть употребляла, да. Чуть-чуть употребляла? Было, 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 было такое дело, да. Но вам не кажется, что из-за этого она как-то отстранялась от вас, из-за алкоголя? Ну, я бы не сказала то, что я вообще уже была пьяницей, вообще, вот знаете, вот подзаборной как бы. Я могла выпить в один вечер, ну, как бы, ну, один вечер попить немножко. Да. На следующее утро я могла нормальным человеком быть. Вот что. А я не понимаю, почему меня так считают? Зачем меня считают за таким, за такого человека, что я вообще пропоится? А вы сейчас трезвая? Нет. Ну вот когда вы жили с Лерой, вы употребляли алкоголь? Да, употреблял. А я сейчас употребляю иногда. Да, иногда. Ну, если после смены тебе постежёвывать, то да. А где вы трудитесь, расскажите? Склады фамилии, я стикеровщиком работаю. Давно уже работаете? Ну, полгода уже точно. А образование есть какое-то у вас? Если все перечислять, так по пальцам, пальцев не хватит. Вы помните тот день, вот, когда у вас все пошло не так с Лерой, из-за чего? А то, что, может быть, отец в чем-нибудь мешался. Да, может быть. Но я своей дочери ничего плохого не желала никогда в жизни. Я хотела ей чем-то помочь, но она всегда меня как бы рукой махнула на меня, как бы, типа, мам, не надо, я сама. Я говорю, Лера, ну давай, не надо. Расскажите, вот как получилось, что вы ушли из дома? Просто выгнал. Физически воздействовал. А кто у вас физически? Валерова, муж, тетя Люда. А просто так это получилось или? Нет, это было за пьянку, да. За пьянку, да? Да. А квартира это чья была, вот где вы жили? Это я. А, вашей жены, да? Когда дед умер, а дед умер на даче, почему там в блоге вашем сказано, что дед умер и дачу продали? Потому что она не смогла там больше жить. Кто не смогла? Ваша жена? Да. Лена не смогла там жить, потому что он умер. Он погиб там. И он там на самом деле, ну, если вы верите призраков или нет, я лично их сам видел. Я сам лично видел там 5 или 6 раз деда. На даче прям? Да. Но она на самом деле есть. Привыки на самом деле существуют. Ну вот. Она не смогла там жить. Мы не пили там. Ну а дачу эту вы продали потом? Мы дачу продали, да. Мы оплатили кучу кредитов. И еще купили самое. Не помню, холодильник что ли остался. Они продали дачу, пропили, да. Продали и пропили, вот так скажу. Деньги налево-направо, на детей нет. Расскажите, пожалуйста, вот эта квартира, да, где живет Лера, а ведь она сейчас в залоге у банка. Я знаю. Как так получилось, вы можете рассказать? Ну, мы с Виктором, как, ну, с моим мужем поговорили. Виктор говорит, Лен, ну, может быть, деньги, ну, нам нужны же на детей там, на все остальное там, ну, на тот же ремонт там, туда-сюда. Я такая подумала, говорю, ну, а в принципе, да, нам нужны деньги, мне на Лерку надо, нужны деньги. И вот такие вот ситуации произошли, то есть, как бы, ну, понимаете, ну, как бы, я виновата, да, я виновата в этом. Вы получили вот деньги за квартиру, вы что? Да, но меня обманули. Вот эта вот фирма, которая мне банк? Подсрочила, нет, банк подсрочила банку, вот эта фирма, она меня нагрела еще на 500 тысяч. Я получила всего лишь 300. 300 на руки? Да. Вот квартиру, которую вы заложили в банк, расскажите, как это произошло, из-за чего? Ну, там получилось. Ничего не получили на руки, да? А куда вы эти деньги дели? Ну, честно, скажите, у вас люди поймут. Нет, я не пропила, вы не думайте. Заплатила какой-то долг, у меня был за квартиру. Заплатила. А остальные, ну, я не знаю, ну, разошлись по рукам, как бы, ну, то есть, как бы, поесть и все остальное. А чья была идея заложить квартиру в банк?
Как вы к этому пришли просто? Идея была на самом деле моя. Но на тот момент была работа. Но я мог их воплощать вообще в легкую. Но, к сожалению, это все работает. А вы знаете, что сейчас Леру просто выгоняют на улицу, потому что банк забирает квартиру? Да, я в курсе. Вы в курсе, да? Скажите, правда, что вот когда вы покинули ту квартиру, сначала ушел ваш муж? Да. А вы потом вслед за ним? Да, я за ним ушла. А вы не думали, что Лера-то важнее, чем муж, и остаться там? Вы знаете, у меня разрывалось сердце. Папа всю ночь буянил, и то есть мы его выгнали. И на следующий день, то есть мать выспалась, ничего не сказав мне, ушла к нему. То есть я не надеялась, а думала, то, что они вернутся. Не знала о том, то, что они больше не вернутся. Ну, ты, естественно, хотела, да, чтобы они вернулись? Нет. Не хотела? То есть без них стало спокойнее. Я люблю свою дочь. Вы как-нибудь задумывались о своем поступке? Вот жалеете, что вы все-таки как-то себя вели, может быть, с дочкой неправильно или... Молоток, не для камеры будет сказано. Ну. Не жалею ни капли. Не жалеете? Не для камеры. Ну, я не снимаю. Но вы ее убили когда-нибудь? Никогда. Никогда? И вот это вот то, что я вот видел, это вранье. Это полное вранье. Я никогда ее не бил. Скажите, вот были, честно, вот скандалы, когда вы жили с Лерой, да? Из-за алкоголя? Были. Отец ее бил? Знаете, было дело, но я ничего не скажу. Да. Вы заступались за Леру или были на стороне мужа? Никогда я на стороне мужа не была. Мать, она, то есть, не защищала меня, она наоборот говорила, типа, лучше уйди отсюда, потому что он не перестанет. То есть, бывало такое, то, что летали в меня ножи, ложки. Но я Леру водила всегда, водила. Просто. Водили. А потому что я знала, что если я сейчас заступлюсь, если я его... Ну, посмотрите, какой габарит-то, ё-моё. Так что тут не справишься ни с каким. Я просто ее утаскиваю. Каким-то образом. Лёшка, пойдем, Вячеслав. Вы бы хотели снова жить с дочерью, возобновить отношения? Да, я хотела бы, но она не хочет. Вам не кажется, что из-за этого Лера не хочет просто жить с вами, боится этого? Скорее всего, да. Она боится из-за отца, а не из-за меня. Я с ней разговаривала по телефону, но она противоречит. Я не знаю, может, Люба это все делает, я не знаю. Она мне как мама. То есть, вот, до 13 лет я не знала, что такое родительская любовь, я не знала, что такое одеваться. И как бы Люба постоянно меня спасала, вот это вот. Ну, то есть она меня кормила, вот это все, когда родители, то есть, ничего не делали. Как вы думаете, Лере лучше с вами было или без вас? Ну, она говорит, как лучше без нас. Без вас лучше. Она так говорит, что без нас лучше, ей вместе с тетей Любой. Скажите, вот вы бы хотели полностью завязать с алкоголем, вообще, ну, с этой зависимостью я расстаться? Я поняла, да, я хочу очень сильно. У меня просто вот это вот как раз, вот это все смешалось. Я же не просто так выпила, вы знаете об этом? Не просто так. Не просто так стали выпивать, да? Я никогда без поводов никогда ничего не делала. Вы жалеете о том, что ушли? Вы знаете, наверное, да. Я жалею. Я думаю, что они не жалеют. Ну, вы когда-нибудь дома, вот честно скажите, вот когда выпивали, ну, было же такое, устраивали скандалы какие-нибудь, допустим, драки были какие-то, были, да? Да, здесь она не врет, да, если когда я наезжал на Ленку, а, ну... Было, да? Причина находил всегда. Ну, это же из-за алкоголя, из-за алкоголя вы не хотели бросить пить, чтобы не было этого в доме? Нет. А? Да я бросал пить, я не был алкоголиком никогда. Пьяницей, да.
Но пьяницы мы все лечим. А чем пьяница от алкоголика отличается? Алкоголик не вылечится, а пьяница проспится. Какой у вас самый счастливый день в жизни, помните? У меня? Да. 1 сентября, когда Лерка пошла в школу. Угу. Самый счастливый день был. Вы знаете почему? Это ее нарядный костюмчик. Я купила, понимаете, и сарафанчик. Она у меня была самой красивой, такими бантами красивыми была. Как думаете, Лера скучает по вам? Я думаю, нет. Нет? Это кажется не как-то. Я искренне желаю вам, чтобы вы стабилизировались в жизни, чтобы все было хорошо. Спасибо. Если вам нужна будет какая-то помощь, ну, то есть я имею в виду действительно избавиться полностью там, от алкогольной зависимости, мы поможем. Вы знаете, мне это не нужно. Что бы вы сказали Лере, вот если бы... Ну, она будет нас смотреть, что бы вы ей хотели передать? Скажите. Я Руся. Дочь это моя. Нахрен тебе этой херней заниматься. Что бы вы сказали Лере, вот она будет смотреть, потом посмотрит, что бы вы ей сказали? Я очень своей дочери желаю. Лерочка, прости меня, пожалуйста. Я тебя очень прошу, Лера, прости меня. Ну, не плачь, очень не плачь. Прошу. Thank you for watching this video. This video I made 1 year ago. It's a really touching story for me, and I really want to show you the story. Thank you guys. Please subscribe to my channel, subscribe to my Instagram. I wish you luck, I wish you good health, and see you at the next video.